прозвучит и произведение Виктора Семеновича Перковского, которое по его словам, по его рассказам, по легенде, которую он рассказывал, является прародителем вот этого произведения, которое мы сейчас с вами спели. Когда-то, давным-давно, Виктор Семенович Перковский, который был всегда очень амбициозным композитором, и он не просто любил, когда его песни поют, а он настаивал на этом категорически всегда. Надо петь мои песни, хорошие. На этот счет тоже много легенд существует, которые там, конечно, уже такой литературного характера, но и правда в том, отчасти. Так вот, Виктор Семенович Горьковский принес ноты его песни, значит, свои на стихи Ларисы Романовчук, известной певице Елене Камбуре. А там терся композитор, который эти ноты увидел и сочинил песню вот эту для фильма «Подождем до понедельника». Вот так примерно выглядит легенда. И у нас нет оснований не верить. Во-первых, Виктор Семенович действительно многим певицам приносил свои песни. Например, одной молодой, малоизвестной на тот момент певице, которая жила буквально в его доме на Таганке, на Земляном валу. Звали ее Алла Борисовна Пугачева. Она не взяла. А вот я, когда мне Виктор Семенович предложил эти песни петь, не взяла. Что характеризует меня с наилучшей стороны. Вот так я считаю.